Всем привет, с вами Скромница. И сегодня мы будем играть в такие игры, как Zombie Boos, Angin Boos и Mix Boos. У меня хоть зарядки мало, но все равно. Так, давайте сначала Zombie Boos. Ой, вот хорошо. Сейчас мы будем заново это все делать. Сейчас я вот включу. Понимаешь, любителька. Так, дальше. Сейчас мы сфоткаем. Еще вот. Если честно, сюда второй раз заходил. Не знаю, что тут будет. Сейчас сравнить меня. И вот это нечто. У меня глаза не на щеках. Странно что-то. Вот сюда. И рот у меня не на круги. Так, я же другую фотку выбрал. Что такое-то? Головачка. А вот а если так, да что ж такое-то? Ладно, что, полностью перезаходить надо? Хорошо, полностью перезаходить. Выглядит вот так вот все. Будет зомби. Сейчас. О, так-то лучше. Давайте посмотрим. Прикол такой ночью. Ну, это я своего друга тут. Так. Это самое сфотка. Класс. Давайте вот это. Я что, нельзя все сразу? Вот. Почему тут топора? А, вот, я это. Ну, давайте, не знаю. Нет, давайте вот так. Нет, вот так, вот так. Давай вот так. И сделаем его вот в таком виде. С вот таким ртом. Да-да. Так, а сейчас мы с вами поиграем в Angin Boos. Сейчас мне тоже выключать вебку. Тут я уже пробовала. Конечно, тоже не первый раз. Нужно лицо держать прямо. Давайте начнем.
только вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, и вот сюда. И перемещается в 2051 год. Это я? Серьезно? Вот это? Вот это я? Сейчас мы с вами поиграем в Мегасбоузу. Сразу выключу. Давайте я покажу фотку. Давайте раз я сделала фотку. Сразу включим мой веб-камеру. И давайте соединим меня с... вот этим чуваком. Это я, если чё. Чем? Yep. Немножко похоже на Гарольда из мультика «Эй, Арнольд». Если кто не смотрел этот мультик, забейте где-нибудь в поисковике это. Фух. Ну, сейчас. Сейчас не максимально, а увеличу максимально. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте ему лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, затем на галочку, если вы смотрите на компьютере, и сохраните. Если на телефоне или планшете, просто нажимайте на колокольчик. Тем самым вы поможете мне и моему каналу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!